Доброго времени суток, уважаемые пользователи интернета. Хотел бы записать видеообзор про эту замечательную программу, которая установлена у меня как на телефоне, так и на компьютере, и приносит мне стабильный доход. Если вы хотите зарабатывать так же, то досмотрите мой ролик до конца, я уверен, вы не пожалеете. Итак, давайте я подробнее расскажу про саму программу. Вот он сайт, ссылочку на этот сайт я оставлю в описании. Данная программа получает вычислительные задачи от сервера и делает полезные математические расчеты на ваших устройствах. За это заказчики и выплачивают вам денежку. Данную программу можно скачать на компьютер Windows, Linux или же телефон, планшет, Android. Подробную информацию можете найти внизу сайта, а также ознакомиться с отзывами других пользователей или же написать свой отзыв. Вот их здесь вот так вот много. Так, давайте перемотаем вверх, и я вам наглядно от и до покажу, как же здесь заработать. Изначально вам требуется приобрести программу. Данная программа стоит 2500 рублей. Со скидкой, раньше она стоила 5000. Нажимаем на «Купить программу». Здесь есть два способа оплаты. Это Payeer-кошелек и банковские карты Visa, MasterCard, Mir и Maestro. Я же буду оплачивать со своего Payeer-кошелька, потому что у меня там хранятся деньги. Выбираем Payeer-кошелек, и нам сайт выдал Payeer для оплаты и комментарий к переводу. Давайте скопируем Payeer для оплаты. Переходим в наш Payeer, жмем «Перевести». Отлично, вставляем номер, который нам выдал сайт, и переходим на сайт, копируем комментарий к переводу. По нему сам сайт и отследит оплату. Вставляем комментарий, отлично, перематываем вниз. Сумму к оплате 2500 рублей. Отлично, и переводим нашу денежку. Деньги успешно переведены, как видите, с баланса они у меня списались успешно. Давайте перейдем на сайт и подтвердим оплату. Нажимаем на кнопку «Подтвердить оплату». Сайт проверяет оплату. Это много времени не занимает. Отлично. И вот сайт выдал нам три ссылки для скачивания программы. И мой IP-шник высветился то, что я купил программу. Так, видим, здесь есть на Windows, Linux и телефон, планшет, Android. Так как я с компьютера, буду скачивать на Windows программу. Программа успешно скачалась к нам на рабочий стол, и перед запуском нам требуется ее установить. Запускаем. Установка не займет много времени. Выбираем язык русский. Далее, далее, далее. И устанавливаем саму программу. Дальше жмем «Завершить». Здесь галочку не убираем, чтобы программа автоматически запустилась и начала приносить нам первые деньги. Программа запускается. Ожидаем. Отлично, программа запустилась. И как видим, первые деньги уже начали капать. То есть начались уже вычислительные процессы. Статус программы слева вверху, как видите, онлайн. И галочка это подтверждает то, что программа успешно запущена. Она может работать в свернутом режиме и приносить нам деньги. Здесь есть техподдержка, настройки и огромная кнопка «Заказать выплату». Слева внизу также есть кнопка «Истории выводов наших». Давайте перейдем в настройки. Здесь нам показано то, что нужно ввести реквизиты, куда мы хотим выводить деньги. Здесь возможно на Payeer, Visa и MasterCard. Я буду выводить на визовскую карту своего Сбербанка. Отлично, подтверждаем, сохраняем. Отлично. Как видите, денежка капает. Ну, так как она капает медленно, давайте для наглядного примера мы подождем ночь и вам покажу результат. Вот и наступило утро. Как видите, на балансе у меня накапало больше 3000 рублей, то есть программа сама по себе уже себя окупила. Мы же на нее затратили всего лишь 2500. И сейчас я вам покажу, как с этой программой моментально выводить средства. Здесь выбираем номер моей карты, которую мы вводили вчера. Срок зачисления моментальный, минимальный вывод всего лишь 10 рублей. Нажимаем на кнопочку «Заказать выплату». Требуется немножко подождать, пока программа отправляет запрос на вывод. Ожидаем. И, как видите, средства поступили. Вот даже смс-ка пришла ко мне на мой баланс. Давайте я вам покажу сейчас баланс моего Сбербанка, то, что деньги успешно пришли с этой программы. Как видите, деньги успешно поступили ко мне на мою банковскую карту. Вот мои предыдущие платежи. Я тоже выводил из программы, время от времени захожу и вывожу с нее. А программа продолжает дальше работать и приносить мне прибыль. Вы оплачиваете программу только один раз, и больше никаких платежей не нужно. Она работает все время.
Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои отзывы в комментариях. Всем пока!